высокопочтимые гости нашего славного города-героя. Сегодня радостный и желанный день. Мы с вами приблизились к одному из ответственных этапов в исполнении того доброго начинания, благим инициатором которого является наш губернатор, и которое получило поистине всенародную поддержку и живой творческий отклик в сердцах, словах и делах и жителей Тулы, и всей нашей области. Мечтаем увидеть этот Кремль и историческим, и культурным, и административным, и духовным центром. И пусть благословение Господне сопутствует нам так, как ныне будет сопутствовать в освящении креста и шпиля, который будет венчать собой нашу кремлевскую колокольню. Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Да, дорогие тулики, сегодня для нас памятный день, потому что мы приступаем к завершающему этапу строительства, воссоздания колокольни, это освящение шпиля и освящение креста на шпиле. Мы уверены в том, что к дню города, к дню области, в начале сентября все работы по восстановлению колокольни будут выполнены. И, конечно, я хотел поблагодарить всех жителей города, всех, кто своим трудовым рублем поддержал этот проект. И действительно, это поистине народный проект, потому что очень много туликов несли свои кровные небольшие пожертвования на то, чтобы вот этот памятник, действительно, колокольня – это доминанта Кремля, и с колокольней очень много связано в Тульской области. Уверен, что мы к дню области, к дню города завершим все эти работы и увидим Кремль уже в совершенно другом виде. И Кремль всегда служил, был символом не только культурным, не только символом государственности, но и, конечно, символом духовности. Уверен, что он таким и останется, и будет служить на долгие лета для многих поколений туликов и жителей области. Поэтому я хочу поблагодарить еще раз всех жителей, кто принял участие в восстановлении колокольни. Спасибо. Отрапление воды сия священная во имя Отца.